Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро, мы находимся на острове. И это сериал про вампиров. Вы все, короче, такие писали в комментариях: Евген Бро, пересели вампиршу, да, малявку эту куда-нибудь посели, короче, чтоб она с тобой была и днем тоже. Ну что ж, друзья, я такой, знаете, подумал. И, в принципе, нашел очень классное место. Ну как классное? Оно одновременно и классное, и опасное. В общем, друзья, смотрите серию до конца. Ставьте прямо сейчас большой палец вверх. Ну, лайк, короче. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а если подписаны, то вообще респект вам и уважуха. Ну все. Короче, мы сейчас спускаемся к нашей малявке и посмотрим, что она там делает. И ее сейчас очень сильно удивим. Надеюсь, она очень сильно обрадуется. Ну и, в общем-то, мы ее... Так, ладно, все, побежали быстрее. Так, спускаемся. Тут главное аккуратненько. Тек. Малявка, ты где? Малявка. А где малявка? О! Ах ты... Евген, ты где был? Ты почему тебя не было? Ты что так долго? Да короче, я там на острове столько разных вообще приключений повидал. Вообще капец. Блин, я так соскучилась по тебе. Оставь меня тут одну. Мне тут холодно и голодно, и вообще замерзла. Замерзла. Ну ладно, давай, вот я тепленький такой. Давай, кусай. Ну-ка. Кусь. Так, ну все. Ай, больно. Какая? На тебе пол. За что? Ты сам разрешил вкусить. А вот это троллинг был. Все, затроллили малявку. О, я тогда тебе еще раз укусил. Кусь. А нельзя, я тебе это еще раз сейчас в лоб дам, ладно. А ну-ка, иди сюда. О, вампирша маленькая. Оп. Эй, ну что ты дерево? Ладно. Евген, куда ты меня уже заберешь? Мне тут холодно вообще. А вообще, кстати, я пришел тебе сказать хорошую новость. На самом деле, я тебя отсюда забираю, прикинь. Ого, плав застояли. Ну да. Куда? Короче, нашел новый дом. Пошли, тебе покажу. Пойдем, сейчас там как раз ночь. И мы сейчас... И мы сейчас все заценим и посмотрим. Давай, вылази, малявочка. Пум-пурум-пум-пум, давай. Ой, вот так вот. Короче, пошли за мной, малявка. Ну-ка, куда, где я буду жить? Мне дом целый построил, замок? Ну, не замок. Кстати, смотри, тут появились новые жители острова. Ночью, смотри. Ты их видишь? Ну вот же летают маленькие пикси. Ого, реально, что это такое? Ого, какие они красивые. Такие маленькие. Да, они, короче, живут вот здесь, смотри, я обнаружил. Вот здесь их не маленькие домики, здесь живут маленькие пикси. Ого, прям в грибульке? Ну, прям в грибульке, да. Сейчас они от дома отлетели, но... Вот смотри, кстати, вот она летает, такая маленькая. Ого, смотри, вон золотая, вон там синяя. Ну да. Классно, да? Такие же малявочки, как ты. Да, очень... Ой, привет, пикси. О, смотри, вот она в домике сидит. Иди сюда быстрее, смотри. Ника. Вон она в домике там. Приветики. Давай посмотрим, вон они там в домике. Ой, что ты там смеешься? О, смотри, все, полетело. А вот еще одна в домик залетела, смотри. Ого. Ничего себе, какие они классные. Да. А я-то где жить буду? В домике в таком же. Так я не влезу уже. Ну да, ты слишком такая большая. Тут вообще домик для вообще маленьких малявок. Ладно, я пошутил, пошли, я тебе покажу. Только надо аккуратненько. Мы сейчас попробуем, что ты делаешь. Тут домик из пенька у них, что ли? Ну да, смотри, это домик из пенька, это домик из грибка, это домик из поганочки. Даже, смотри, маленькая дверька и маленькие окошечки есть. Ого, ничего себе, они какие мастера. Смотри, муравей пошел к ним в этот. Соскочит к ним, все. Да, тоже к ним домой пошел. Ладно, пошли, я тебе покажу, где ты будешь жить. Пошли быстрее, малявка. Нико. Короче, вообще опасное, но крутое место. Пока, короче, охотников на вампиров нет, побежали быстрее. Мы, короче, прям, прикинь, будем жить там же, где они, прям рядышком, вот в этом доме. Ого, так это же они тут живут. Не они тут живут, это заброшено. Давай. О, вот тут спит кто-то. Ого, как сейчас... это заброшено, вон спит. Ну, блин, ладно, заходи, и мы его выгоним. Будет наш, короче, дом. Как тебе? Нормально. Эй, дядя, вставай. Дядя. Что-то он не встает. Ну, попробуй, кстати. Ну-ка. Ну-ка.
Что-то он походу мертвый. Не-не-не, он спит. Он, видимо, спящих нельзя кусать. Ай! А что ты меня так кусаешь? Я могу. Куда? Дядя, поднимайтесь. Ой-ой, чуть-чуть я сам не уснул. Ну, ладно, короче, пусть он здесь. Как ты думаешь, вообще домик подойдет нам или не подойдет? Ну, мне кажется, что нет. Потому что, блин, а вдруг они вернутся и все, и конец там. Не, подожди, в этом-то и будет прикол. То есть мы будем такие прям тут скрытно. То есть смотри, там нападают всякие монстры. Здесь все равно есть хотя бы минимальные жители. Вот смотри, пошли посмотрим, пошли. Ого, светлячок. Ого-го, вместо светильника, что ли? О, да, слушай, смотри. А, кстати, смотри, иди сюда. Смотри, тут прям на доме светлячки. Вот, вот светлячок ночной. И вот здесь два, смотри, один на крыше сидит. А наверху вон там стражник сидит. О, да, видишь, видишь, сколько? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, малявка, смотри, тут еще тоже два, короче, светлячка. Ого, как это освещает. Да, ну ты, короче, не трогай. А еще тут бамбук есть, можно сахар сделать. Вот, видишь? Так что домик не такой плохой. Короче, смотри, план капкан. Я, короче, поставлю здесь таблички, типа, чтобы... Ой, я могу его укусить. Ты не кусай. Я могу. А ты не кусай. Он на Дракулу похож. Он похож чем-то, но ты не кусай. Ну это будет Дракулой. Нет, нет, нет. Короче, смотри, значит, малявка. Я здесь поставлю табличку. Смотри, я же охотник на вампиров. Я, короче, типа, этот дом скажу, что я здесь живу. А на самом деле и ты там тоже будешь жить. Как тебе план? Э, ты чё? Овечку укусил. Ну давай еще раз, давай посильнее. Не, не, все, все, не могу больше, иначе на того липнется. О, видишь, вот стражники классные какие ходят. Ну попробуй еще раз, может она не это. Ну-ка, если что, мясо будет, да, сильно из, прям. Из нее что-то исходит, как будто, смотри, какой-то она мутирует. Я ничего не вижу. Это, наверное, только ты видишь. Давай, фигарь. Пузыречки такие. Фигарь ее. Так она умрет. Не-не-не, давай, может быть, сейчас вампиршу сделаем. Давай сзади ее, кусай сильно так. Ну вот. Так она уже мутировала, надо было подождать. Ты типа видишь, что ли, там вампиров? Да, она уже превращалась. Ну-ка, иди сюда, давай попробуем на этой свинке, да. Мне чисто интересно, сила вампиров, сможешь ты кого-то? Чё ты, где ты? Короче, на, держи морковку, чтобы она на тебя смотрела, а я сзади подойду и укушу. Давай, давай, нифига план капкан. Сейчас посмотрим. Эй, свиночка, свиночка, давай, так, давай. Так, стоишь, тихо. Давай, в попку её. Кусь. Чё, исходит от нее что-нибудь? Да, вот опять исходят эти пузыречки. Ну все, давай тогда уходим. Все, эта свинка скоро станет вампиром. Проверим, короче. Ладно, все, быстрее. Пока, видимо, охотники на вампиров спят, слышишь? Они, видимо, они, смотри, они спят вот в этих двух домах, вот в этих, видишь? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, смотри, то не надо, они тебя сейчас спалят, и все, иди, давай, иди сюда. Ну, о, фишки. Маленькая пикси пришла тут. Ладно, побежали быстрее в домик. Так, смотри, нам, короче, сейчас надо придумать план капкан. Ты где там, малявка? Вот тут. Ну все, заходи, так дверь ты себе закрывай, чтобы они тебя не спалили. Блин, этот бомжара меня смущает, какой-то чистый бомжар. Вообще, ну-ка, давай, вставай, ну-ка, давай. Прыгай на нем. Эй, дядя, дядя, вставай. Короче, давай, сюда... О, смотри, он так двигается, ты его толкаешь, он двигается. Как-то он двигался. Короче, смотри, о, а что мы будем... с краю. Да, скидываем. Слышь, что мы будем делать с нашими ресурсами, сюда перетащим или что? Думаю, пока там оставим, это вдруг нас нагрянут здесь все, и нам придется бежать. А куда бежать, если и ресурсов никого нет? Ну ладно. Так, я пока здесь вот в этот ящичек положу, значит, эти ресурсики. Во, офигенно. Калерия лучник нас охраняет. Лучник? Да, кстати, смотри, тут есть лучник. Видишь? Ой, блин, я слетел. Видишь, тут, короче, клево, потому что в этом здании есть, короче, стражники. И, по крайней мере, на эту деревню не будут нападать монстры. Это очень клево. Ты как считаешь, малявка? Ого, это что такое? А, это козочки там. Ну да, это козочки. Кстати, козочек у нас еще пока нет. Надо будет потом завести нам козочек, мне кажется. Ну да, надо будет. И куда ты прыгаешь? Малявка тут толкается. Так, ну все, короче. Так, а слушай. Пойдем посмотрим, может, свинка превратилась? Да не, еще не превратилась. Я так подумал, а может быть вообще потом соберем армию вампиров, ты кого-нибудь будешь без палева кусать, и эта деревня станет вообще деревней вампиров. Да, я только за, я уже готова, сейчас только зубки почищу. А, не, не сейчас кусать, ты че, мы спросим у наших подписчиков. Вообще, может быть даже я вообще стану вампиром, короче, знаешь, такой вампир под прикрытием, типа.
Так ты же охотник под прикрытием. Ну, буду вампиром под прикрытием. Короче, давай, значит... охотников, чтобы все планы узнавать. Ну, это да, это да. И, в общем, мы из этого острова изгоним, короче, охотников на вампиров. По-моему, план нормальный. Надо, короче, спросить подписчиков, что они вообще насчет этого думают. Короче, друзья, вот вы сейчас слышали план наш, чтобы захватить этот остров стал, чтобы вампирский. Вот, либо, короче, все-таки не надо так делать. Напишите, короче, в комментариях, да? Да, да, напишите, захватить остров, превратить всех вампиров или нет, оставить все как есть. Да, то есть сейчас вообще зависит судьба сериала от вас, то есть вот эта серия, она сейчас поворотная. То есть сюжет может пойти совершенно по-разному, то есть он может пойти так, как вы захотите. А, соответственно, как вы захотите, пишите в комментариях, то есть... Чтобы я стал вампиром, и мы захватили остров и сделали всех вампирами. Либо, короче, ничего мы тут не делали, а просто выживали, как сейчас выживаем, да, малявка? Да, да, пишите в комментариях. Да, так, ну, а с вещами-то что делать? Ты думаешь, там оставить? Просто там ведь это могут, короче, прийти. Слушай. Ну, я думаю, нужно на первое время хотя бы еды принести. Такой. Ну, не все принести, а немножечко вот. Руду золота там оставить, а слушай, еду здесь. У меня, короче, есть идея. Смотри. Вампиры же умеют управлять другими вампирами, правильно я говорю? Ну, да, наверное. Слушай, наверное, ты же это, вампир. Ты должна что-то там чувствовать. Ну, у каждого вампира есть свои способности скрытые. Ну все, пошли, короче. Короче, смотри, да. Какой у меня план. Сейчас ты кого-нибудь укусишь, сделаешь, короче, вампиром. Мы его приведем в лагерь, и когда он станет вампиром, он останется там и будет его охранять. Как тебе идея? Да, да, хороший. Ну вот, смотри, здесь, короче, кто у нас? Какая-то Джерель, девочка какая-то. Ну-ка, кусай ее. Надо, чтобы понять, не смотрела на меня. Да пофигу вообще, давай, кусай ее, давай. Она давай, убегает, давай. Я сейчас с ней поговорю. Эй, подожди, стой. Приветик. Как у тебя дела? Она такая, печенье. Опа! Ты че? Не очень. У нее какая-то кровь, какая-то горькая. Горькая бедняга. Че от нее, что-нибудь исходит? Типа она превращается или нет? Нет, нет, походу она то, что в броне нельзя, нужно какую-то другую. Что-то свинка-то так и не превратилась, смотри. Ну, наш же время, я что-то целый день там это. А-а-а. Ну, можно еще попробовать укусить ее. Ну, давай. Она, правда, может трепнуться. Сейчас, подожди, я сначала ее морковкой покормлю. Да, есть морковка, да. А, ну, давай. Давай, корми ее. Так. Покормила? Да. Ну, все, давай, теперь, короче, попробуй ее укусни. Сильно так, что? Смачно, давай. Ой, повернулась. Да пофигу, давай, кусай. Да можно, можно, да так можно, давай, кусай ее. Так. Давай. Ну-ка. Да, опять исходит что-то. Ну, а ей вообще пофигу на самом деле. Ну ладно, короче, ты, видимо, еще неопытная вампирша, ты как-то меня случайно за жопу укусила и превратила. Ну да, тебе просто много-много раз кусали. Много-много, очень много. Много-много, очень много. Ну-ка, давай, кого. Во, фермера, еще будет термелитная. Опа! А он убежал, не получилось. Давай другую, вот эту. Так. Чисто проверим, на ком получится. Ну-ка, давай, вот эту кусай. Мне тоже не получилось. Ой, дерется. Дерется, да. Так, ну-ка, попробуй эту кожевицу. Вот эту девочку давай. Ну-ка. Ой, что-то я так ей много откусила, у нее аж пол это. Ну да. Что-то, короче, у тебя, короче, ничего не получается. Ты вообще неопытная балда, короче. Ну, может быть, просто нужно еще это уровень повысить свой. Ну, может быть. Все, побежали, короче, быстрее это домой. Давай, пошли быстрее домой. Вот будет нежданчик, если мы завтра это проснемся, они все вампирами стали. Ну да, кстати, да. Пол деревни перекусали. Так, в общем, вот такой вот план, либо, короче, остаться здесь. Короче, друзья, смотрите, сейчас очень важное решение. Либо мы остаемся здесь, хотя здесь вообще классно, да, так-то тоже. О, смотри, тут пикси прилетели. Да, пикси вообще, смотри, на по острову. Ой, она сказала привет. Да, ой, она что там, трубочку держит, смотри. Ой, я ее могу укусить. Ну-ка, кусай. А нет, это ты был. Смотри, она дротик держит в руках. Да, походу, украла у тебя. А в натуре у меня нету, меня стащило. Вот маленькие пикси-воровки. Да, своровала, вот так вот. Так, ну, наверное, будем, наверное, все-таки, наверное, здесь жить. Короче, друзья, напишите. Смотри, тут свинка загуляла одна, хочет зайти к своим этим. Ну, давай ее запустим. Или куси ее, ну-ка, давай, кусай ее сильно. Ой. Ты что там? Аккуратней будь. Давай вот эту, которая заблуждала, давай ее кусай.
Нам надо проверить, выявить твои способности. По-моему, ты вообще не вампирш. Ты не умеешь никого кусать. А может, и все? Не стал. Все? Будешь не вампирш? Не, ну где глаза светятся. А во время летучей мыши я могу это кусать? Ну не знаю, проверь, давай, превращайся. Давай, тушь сюда. Нет, не получается. Ой, сейчас подожди. Нет, так, сейчас. О, и что, можешь кусать? Ой. Ну-ка, вроде да, вроде бы да. Ну-ка, давай, кусай, давай. Ну, меня-то попробуй укусить. Ну, или свинка. Ну-ка, давай. Ой, нет, ты только просто дерешься, не кусаешься. Ну, ладно, я думаю, на этом надо, короче, завершать. Ты неопытная, короче, вампирша. Не умеешь никого кусать. Бесполезная. А мне покойтесь, что я кусаю. Ну все, короче, давай. Ладно, надо прощаться, иди сюда. Давай. Сейчас еще. Ой, куда там так. Да. В общем, дорогие друзья, пишите вообще, как нам остаться здесь, либо переселиться. Мы будем слушать вас. Может быть, у вас вообще какой-то появится третий вариант, какой-то вообще свой. В общем, с вами был Евген Брод, это малявка вампирша, да? Да, пишите свои ответы в комментариях, мы обязательно прочитаем. Да, все, всем пока-пока. Пока-пока.